Константин Харченко – механизатор со стажем. Раньше бороздил зерновые поля на комбайнах старого образца. Теперь же за рулем современного железного коня. Помимо комфорта, в разы выросла и производительность. Кондиционер, управление, все, кабине, регулировка комбайна. Все, не вылазя, как говорится. Решеты, это можно настраивать комбайн, не выходя. Механизаторы уходят в поле с первыми лучами солнца, возвращаются на закате. Но все тяготы легче преодолеть, когда работаешь на современной технике. Один такой комбайн в месяц может убрать свыше 1000 гектаров зерновых. Мощный, универсальный, а главное, отлично справляется с работой на крымских полях. Урожай не подвел. Пшеница в Симферопольском районе уродилась на славу. Уже превышены показатели прошлого года. Самая главная задача – это вот в кратчайшие сроки собрать урожай. Потому что для коллективного очень важна зерновая часть. На этом агропредприятии зерно используют для корма птицы и крупнорогатого скота. Крупнейший в районе поставщик молока и куриных яиц. Урожай культур хороший, убран озимый ячмень. Перешли к сбору пшеницы. Это первая репродукция. Вот, очень хорошая. И мы сегодня имеем где-то около 40 центнеров с гектара. То есть в хорошие времена, когда были дожди, конечно, имели и 55, и 60 центнеров. На сегодняшний день крымские аграрии уже собрали более 800 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Обмолочено больше половины урожая. А ну. Будем пробовать наш Крым. Прекрасно. Да? Качество великолепно. Район с рабочей поездкой посетили вице-премьеры Крыма Ирина Кивико и Андрей Рюмшин. Попробовали продукцию местных производителей, а потом проехались на комбайнах. Очень комфортный комбайн. Звучит музыка, работают кондиционеры. Такое необычайное чувство от моря пшеницы, которая тебя окружает со всех сторон. И когда ты видишь наполненный контейнер, это такие переполняют чувства. И понимаешь, какой он тяжелый труд хлебороба. По урожайности традиционно лидирует северо-запад Крыма. Но если в прошлом году у нас было 900 тысяч тонн, то в этом году 800, и нам еще убирать 40%. Я думаю, что до 1,5 миллиона мы дойдем. А нам необходимо 600 тысяч. То есть половина урожая можно на реализацию пускать. Полностью собрать урожай крымские аграрии планируют в течение 10 дней. Айша Шулакова, Артур Чалый, телеканал «Милет», Симферопольский район.